В Оренбурге нетрезвый пассажир, угрожая таксисту, угнал его автомобиль. Происшествие случилось в Адамовском районе. К правоохранителям обратился таксист, который рассказал, что подвозил пассажира, который все время твердил, что ему нужно домой. Но, как выяснилось, водитель ему для этой поездки не особо-то и был нужен. Угрожая таксисту физическим насилием, тот угнал его ВАЗ-2106. Мужчина не стал спорить с агрессором и вышел из авто, оставив ему свою машину со включенным двигателем. По горячим следам стражи порядка задержали 31-летнего жителя поселка Каинсай. Оказалось, что тот еще и находился в состоянии алкогольного опьянения. На ближайшее время о своем доме он может забыть, так как ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение транспортным средством». Автомобиль вернули хозяину. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.